Сегодня я очередной раз отвечу на вопросы зрителей, начинающих самогоноварение. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Я автор вот этой книги, которая призвана помочь начинающим самогонщикам сделать свои первые шаги в винокурении. Ссылочку на эту книгу я оставлю в описании. А сегодня, как я говорил, я отвечу на вопросы начинающих самогонщиков. Но прежде чем начать отвечать на эти вопросы, я хочу поблагодарить Андрея Рустемовича за поддержку канала. Большое вам спасибо. Итак, первый вопрос. И задает его Вячеслав Микель. Здравствуйте. Можно узнать вашу версию по темпу отбора голов? Кто-то отбирает час, кто-то три, а кто-то и за 20 минут. Ну, Вячеслав, я уже несколько видео снял по поводу отбора голов. Коротко отвечу на ваш вопрос так. Я считаю, что самое оптимальное — это скорость или темп отбора голов 2-3 капли в секунду. Следующий вопрос задает зритель под ником R2DTT Вадим. Задает он вопрос по поводу аппарата Vein Reform. Хороший аппарат, смущает только количество уплотнителей и страшит их периодичность замены. Вопрос такой: насколько перегон хватает комплекта уплотнителей? Вадим, я не могу сказать, насколько перегона хватает одного комплекта уплотнителей. Могу сказать так, что вот я пользовался аппаратом Vein 4-2,5 года. И верхний уплотнитель на перегонном кубе мне пришлось заменить примерно через 1,5 года. А остальные уплотнители работают до сих пор. Вопрос от зрителя под ником Михаил. Здравствуйте, Саныч. Вопрос жизни и смерти. У меня есть грелка с термостатом для поддержания температуры сбраживания в баке на постоянном уровне. Но от нее, зараза, отходит сетевой шнур. Нужно ли мне дырявить бак и непременно герметизировать наглухо отверстие, или достаточно защемить щель крышкой, при этом неизбежен зазор? Или, перефразирую свой вопрос, стоит ли пренебрегать температурным режимом сбраживания в пользу герметичности? Михаил, сразу хочу вас успокоить, никакой бак вам дырявить не нужно. Если вы используете вот такую грелку, я использую аквариумный нагреватель, от которого тоже отходит шнур в розетку. Поэтому я делаю как? Просто-напросто прикрываю крышкой, даже не защемляю. Прикрыл крышкой, и этого вполне достаточно. Да, гидрозатвор в этом случае не работает, остается щель. Но, учитывая тот факт, что брага постоянно имеет определенную температуру, которая оптимальна для сбраживания, для работы дрожжей, в эту щель, в общем-то, выходит постоянно углекислый газ, ибо дрожжи постоянно и активно работают. И, соответственно, ваша брага не испортится и никоим образом не скиснет. Поэтому получается так, что в первый период брожения вот этот активно выделяющийся углекислый газ защищает вашу брагу от доступа кислорода, который может закислить вашу брагу. А когда уже брага у вас отбродила полностью, ее будет защищать уже сама спиртуозность самой браги. Тем не менее, как я говорил, что всегда лучше использовать гидрозатвор, особенно в тех случаях, когда вы ставите брагу на хранение, не можете там сразу ее перегнать. Это, так сказать, на всякий случай. Если вы используете спиртовые турбодрожжи, то брага ваша сбродит буквально за 3 дня вместе с этим вашим обогревателем браги, и она будет готова к перегону. В общем, никаких дырок делать не надо, просто прикройте крышкой. Вопрос от Падун Падунова. Привет, Саныч, такой вопрос. Делаю все, как вы говорите. Но тут задался вопросом, потому что возник спор с другом. Для чего спирт-сырец очищать углем или чем-либо? Ведь лучше перегонки следующей нет ничего для очистки самогона. Заранее спасибо. Значит, Падун Падунов, ситуация такая. Я уже несколько раз это дело рассказывал. Значит, если вы делаете перегонку, вторую перегонку планируете на бражной колонне с применением там дефлегматора, узла отбора и укрепления и так далее,
то вам вообще брагу чистить ничем не надо. Точнее, вам вообще уголь использовать не надо. То есть уголь – это дополнительная очистка. При второй перегонке с укреплением она просто не нужна, потому что, как вы сами же сказали, что лучше второй перегонки, очищение лучше, чем на второй перегонке, ничего нет. И это действительно так. Если у вас аппарат с сухопарником, он не дает такой степени очистки, как бражная колонна. Соответственно, спирт-сырец стоит почистить, потому что спирт-сырец вы разводите до 20-30% спиртуозности. Это прекрасная спиртуозность для очистки его. И второго такого момента уже не будет, поскольку после того, как вы перегнали на аппарате сухопарником, вы будете разбавлять его только до 40 градусов. Соответственно, еще раз будете чистить углем, но это уже спирт будет содержать больший процент. Соответственно, лучше сделать две очистки. Так что, подводя итог этому вопросу, я бы сказал так. Если вторая очистка на аппарате с сухопарником, спирт-сырец стоит почистить. Если вторая перегонка планируется на бражной колонне, чистить спирт-сырец не обязательно. Вопрос задает Всеволод Петров. Доброго времени суток, Самогон Саныч. Нигде не могу найти ответ на вопрос, можно ли хранить готовый самогон в гараже. Не испортится ли он от постоянных изменений температуры? Днем жарко, ночью прохладно, зимой мороз. Может, кто-нибудь из подписчиков подскажет. Ну, здесь уже было написано два ответа. Первый ответ от Владимира From Владимир, который пишет следующее. Однозначно протухнет, освоить немедля. И второй вопрос от Виталик Кришок. Ну, опять латиница, извините за мой французский. Главное, чтобы в стеклянной таре, и желательно накрыть темной тканью. Я так всегда делаю. Нормально. Ну, вот что я могу сказать. Вот Виталик ответил абсолютно четко. Самогон, в общем-то, перепадов температуры не боится. Ну и самое главное, чтобы хранить его в стеклянной таре. Если вы накроете его чем-нибудь, какой-нибудь тканью, это действительно будет лучше, поскольку не будет таких больших перепадов температуры, и ваш самогон может простоять, конечно, достаточно долго, пока вы его не освоите, как советовал Владимир From Владимир. Единственное, что могу сказать, что все это, конечно, в разумных пределах, то есть если вы на улице будет 50-60 градусов, не дай бог, да, тогда, конечно, самогон может и замерзнуть, а бутылки лопнуть. Вопрос от графа Вадюхи. А чем может грозить, если я залью 18 литров в 20-литровый бак? Ну, не совсем понятно, какой бак имеется в виду. То есть, если вы имеете в виду перегонный куб, а я, как говорю, всегда перегонный куб заполняется примерно на 75%, то, ну, чем может грозить? Ну, может быть, брызгованность, один вариант. Вариант второй, что при очень сильном, быстром нагреве у вас может сработать клапан сброса давления, если он в наличии. Если клапана сброса давления нет, то, в общем-то, может грозить и взрывом аппарата. Но это только в том случае, если у вас, конечно, не бражная колонна и очень узкий патрубок для выхода готового продукта. Вот, в общем-то, чем может грозить. Если имеется в виду, что вы хотите в 20-литровый в 20-литровую бражную емкость залить 18 литров, ну что, при большом сильном пенообразовании у вас может, так сказать, все это дело потечь на пол. Вот такие последствия могут быть. Но это еще раз, могут быть, потому что сейчас достаточно много методов, которые избавят вас от этих неприятностей. Зрительница Ирина Петрухина спрашивает. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, после разведения спирта сырца до 20 градусов, сколько он должен стоять перед второй перегонкой? Или после разведения можно сразу перегонять? Спасибо. Ирина, сразу скажу, что можно его перегонять сразу после разведения, если вы не собираетесь его очистить углем. Как я уже говорил, когда чистится углем, это дополнительная очистка. То есть, если вы не собираетесь гнать его, если вы собираетесь гнать этот самогон в будущем на бражной колонне, то очистка вам это не нужна, и, соответственно, вы можете сразу отправить в перегонку. Вопрос от Булата Яникеева. При какой температуре в колонне идут хвосты?
Булат Еникеев, ну, во-первых, вот еще раз хочу сказать, что вот в книге есть ответ на этот вопрос. Теоретически, начиная с 85 градусов по Цельсию, практически в каждой местности будут свои условия. Ибо, как я все время говорю, на температуру влияет и атмосферное давление. Другими словами, очень важно, где вы будете гнать, в горах, на равнине или на уровне местности, который, допустим, находится ниже уровня моря. Вот и все вопросы на сегодня. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий!